В минувшие выходные состоялось закрытие детского фестиваля керамики. Участники получили дипломы и памятные сюрпризы из рук организаторов проекта. Мои коллеги побывали на месте события. В этом году на территории нашего города состоялся второй открытый областной детский фестиваль «Керамоберть». 100 юных талантливых мастеров керамики из Сибири демонстрировали свое творчество, общались со сверстниками, а также учились ремеслу у профессионалов своего дела из вузов. По окончании фестиваля у участников не осталось сомнений, что Бирск – это действительно город, открытый миру детства. Вас объединяет первая доброта, открытая душа, умение созидать, умение радовать других людей. Вот это все можно перечислять. Будет открытая ладонь. И вот город Бирск вам протягивает открытую ладонь. Мы всегда вас ждем. Мы готовы. Искренне благодарны вам за ваше творчество, за умение нести людям радость. Спасибо, что вы есть. Кроме получения опыта, молодые керамисты соревновались за призовые места, стараясь удивить компетентное жюри своей бурной фантазией и профессиональной реализацией. Интрига оставалась до самого конца. Участники признаются, нет ничего волнительнее, чем услышать свою фамилию на церемонии вручения высшей награды фестиваля. Я, если честно, не ожидала, что я стану лауреат первой степени. У меня как-то было даже, не знаю, я как будто бы была во сне. Я просто не понимала, что сейчас как бы вообще все наяву это. Присудить первое место было не так уж и легко, признаются члены жюри. Все это не может не радовать, ведь это подтверждение высокого уровня мастерства юных талантов, от которого не отстает и уровень организации мероприятия. Мы тут с членами жюри поговорили, думаю, что мероприятие большой потенциал. Потому что это могут быть и какой-то детский керамический лагерь. Ну, хочется расширения географии. И думаю, что все это получится, потому что мы видим, насколько с энтузиазмом работают и организаторы, и какой блеск в глазах детей. Это совершенно изумительное событие, очень редкое в нашем профессиональном мире и в то же время очень ценное, потому что здесь мы можем посмотреть нашу смену. Фестиваль проводится лишь второй раз, однако по сравнению с первым география участников значительно расширилась. Многие, приехав однажды, прибыли сюда снова, захватив с собой друга. Следующий праздник керамики пройдет через 2 года. Юные скульпторы уже получили приглашение от организаторов проекта.